радостно и торжественно, что сегодня наши ветераны, наши ветеранские организации идут рука об руку с подрастающим поколением. И в год 75-летия это было очень заметно, когда мы с вами проводили праздники и в школах, и в детских организациях. И я благодарна вам за то, что вы помните, что вы заботитесь о нашем подрастающем поколении. Здоровья вам, творческих успехов, яркой жизни, ярких впечатлений. Поздравляю вас с праздником от всей души. Желаю здоровья. Желаю вам быть всегда в кругу своих друзей и побольше таких встреч. Теплых, нежных, чтобы можно было поговорить вот так за чашкой чая. С праздником вас! Спасибо.